Белоруссия и Азербайджан переходят на качественно новый уровень отношений. По итогам переговоров сегодня в Минске лидеры двух стран приняли совместное заявление. В документе говорится о том, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Белоруссией и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран. В присутствии глав государств подписан пакет документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах. Товарооборот между странами за 9 месяцев превысил 330 миллионов долларов. В Азербайджане действует более 70 представительств и дистрибьюторов белорусских компаний. Союзный трактор при участии Беларуси создадут в следующем году в ЕАЭС. В кооперационной цепочке будут задействованы также предприятия России и Кыргызстана. Техника будет собираться на площадке Череповецкого литейно-механического завода. Минский тракторный завод поставит для союзного трактора машинокомплекты. На заводе в России будут производиться кабина, передний мост, полурама и двигатель. К проекту присоединится кыргызстанское предприятие «Автомаш Радиатор». 28-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 15 июля. Даты озвучили в дирекции форума. Дополнительные мероприятия по традиции состоятся до открытия и после закрытия. Программа фестиваля уже формируется. В декабре начнутся отборы на музыкальные конкурсы. Старт региональным отборочным туром даст Гродно. Для участия в престижном состязании исполнителям необходимо представить по две композиции. В жюри войдут известные артисты, продюсеры, режиссеры. Ожидаются мастер-классы для конкурсантов.